Давайте сегодня познакомимся вот с таким вот прибором. Тонометр для измерения артериального давления. Пришел с магазина Tiny Deal. Покупал я его за по стоимости где-то 22 доллара ориентировочно. Вот у нас немножко он побольше стоит, где-то около 1300-1200. Вот такого плана тонометр именно на запястье. Вот, а здесь 22 где-то доллара, примерно, ну, около 700 рублей. Ну, вот решил взять напрямую оттуда, прям с Китая, и проверить это чудо. Этот прибор несколько отличается от всех приборов, которые мы знаем. То есть тут измерение идет немножко другое. Вот на картинке видно, да, что нужно не ложить руку на стол, а держать руку, вот как мы видим здесь на картинках. То есть держать руку вот под углом, вот под таким углом к сердцу, тогда он показывает правильно. Это очень важно, потому что измеряли давление этим прибором. Просто рука лежит на столе или рука лежит на коленях, это неправильно. Рука должна быть, именно это очень важно для этого прибора, вот расположена под вот таким углом, возле, ближе к сердцу. Тогда он показывает точно, с чем это связано, ну, я не знаю, это функция этого прибора, почему именно так он показывает правильно. Ну, давайте с вами откроем его и посмотрим, что в этой коробочке. Вот мануальчик, вижу, что мануал есть, на английском языке, скорее всего, да. Разобраться здесь можно, картинки тоже есть. Вот. Так, паспорт есть. Что тут у нас еще в коробочке имеется? Вот такая коробка. Такой вот пластиковой упаковочка, видите, в такой пластиковой коробке. Открываем. Прибор вот. Одевается на запястье. А вот тут даже рисунок есть, то есть видно, да, вот под таким углом должен, так, если вам видно, вот. То есть одеваем в эту сторону его и держим руку вот под углом к сердцу. Вот тогда правильно покажет давление. Ну давайте посмотрим. Надо поставить. Питается он от, работает от двух батареек А3, тоненькие пальчиковые батарейки. Сейчас я посмотрю. Вот такие вот батареечки тоненькие. Это одна батарейка и вторая. Вот, сразу пикнул. Щелкиваем его. Так, что у нас тут? А, все, он пошел работать. Надувается. Но это не на руке, конечно, тут неправильно. Он сейчас отработает назад. Да, все отработает назад. Покажет, конечно, неправильные цифры и прочее, прочее. Здесь обязательно должен быть, видите, как надул подушечку свою. Вот сердечко выскакивает с крестиком. Error. Ну, понятно, ошибка. Выдал ошибку. Итак, пробуем. Одеваем, пробуем. Вот, очень просто. Здесь немножечко есть пружинка, такая вот для удобства пружина. Вот мы как бы не... И вот так просто его. Это вторая кнопочка, я так понял. Memory у нас память. Если нам надо давление, допустим, утреннее посмотреть в обед и так далее, то есть мы нажимаем память, кнопочку, и то она запоминает давление. Просто для удобства.
кому надо, это кто считает, фиксирует свое давление, утреннее, вечернее и так далее. Надевается вот таким вот образом, вот таким вот образом. Просто вот так на руку одели его, вот таким вот образом. На руку его одели пружинкой, сверху вот так застегнули. Вот здесь вот манометр. Правильно одетый вот здесь манометр. Вот тонометр вот так правильно будет одет на руку. Итак, измеряем давление. Вот так вот. Пошел сейчас работать. Я сейчас поднесу руку опять под таким углом. Вот так вот к сердцу, как показано здесь на картинке у нас. Вот теперь он будет правильно отсчитывать давление. Вот так вот. Вот пошел считать давление. Отсчет. Сейчас я вам покажу результат. Вот держу под таким углом, вот так вот. Ну вот 119,87,62. Вот это мое рабочее давление 120. Вот, показал сейчас правильно. Главное, правильно нужно, то есть видно вам, да? Так, это сейчас сниму его. Видно, вот так вот показывает результаты давления. Сердечко нарисовано, тут и так далее. Вот можно в память его положить, или нажать, память. Зафиксировали его в память. То есть самое главное, это правильно, вот как здесь на картинке нарисовано, вот так нужно держать руку под таким углом к сердцу. Тогда показывает правильное давление. Ну уж не надо на эти приборы совсем, что они врут и так далее. Это все зависит от того, как вы правильно измерите этим прибором давление. Ну, я не знаю, что будет через год, но пока он показывает правильно с ним. Но я думаю, что за такие деньги, небольшие, ну, можно такой приборчик временно где-то использовать в дороге. Я не говорю, что на постоянно, но где-то временно в дороге. Вот так вот в коробочку его положили снова. Накрыли. Вот, очень удобно в дороге где-то. Может быть, не для домашнего совсем пользования, а там можно что-то посерьезнее купить. А вот так вот где-то в дорогу, куда-то, на дачу даже, допустим, там с собой взять или еще там что-то померить, измерить на всякий случай. Для контроля такой приборчик надо иметь. Вот здесь он, здесь что мы имеем? Сейчас посмотрим его на сайте Tiny Deal. Вот он на сайте у нас. На сегодня цена несколько ниже. Цену снизили они. Но это может быть временно. Это на какой-то промежуток они снижают цену по определенным дням. Делают на них скидки. На сегодня он стоит 18,50 долларов, да, 18 долларов 50 центов, 588 рублей. То есть сегодня, вот, допустим, если закажете, то можно его заказать всего за 588 рублей, приобрести. Ну, через недельку, они где-то на неделю примерно цену эту держат, потом они снова цену повышают. Так что смотрите, можно, конечно, вот он в картинках весь. Можно, конечно, и у нас купить такой приборчик за 1200. Не знаю, будет чем он лучше, хуже будет этот прибор. Ну вот, вы сами видели, что прибор показывает правильно. Ну и цена его, как говорится, небольшая. По сравнению то, что у нас есть, конечно, аптеки продают, магазины. Там немножко уже цена накрученная, будет побольше. Выбирайте, смотрите. Если кто-то хочет проэкспериментировать, посмотреть такой приборчик, небольшой, как бы дорожный прибор, в общем-то, в дорогу, можно приобрести здесь, вот в этом магазине.